Coşar deli gönül, bu gözler ah neler görür. Hasret bana göre değil, özlemin içinde yine seni düşünürüm. Kış güneşi, kış ete şu tata koyduğunaş. Zima, güneş ete sonse, kış güneşi kakraz unası yeste koy. Zimni sonse de paruski. Da. Zimni sonse, у нас очень хорошее зимнее солнце, кыш кунеши, друзья. Поэтому много людей сюда приезжают, и именно зима проводит время, особенно европейские. Почему-то не знаю, они больше зима приезжают в январь, февраль, 2-3 месяца здесь проводят время. Возле бассейна сидят даже, они иногда не купаются в море. Где были, возле Средиземное море были, они говорят так, как-то уезжают соседи. Так что, друзья, если вы тоже хотите... Зима проводит время где-то, какая страна, только что подумаете, и именно выбирайте, мне кажется, это страна Турция хорошо, потому что здесь действительно жизнь классная, здесь уникальная страна и уникальный город, город Аланья. С вами, дорогие друзья, район Махмутлари, находимся на первой линии, и скоро будет с вами отличная, шикарная, вкусная квартира, 2+1 с мебелью, с бытовой техникой, вид потрясающий, вид огромный, еще есть богатая инфраструктура, бассейн есть, горки есть, детская площадка есть. Еще в этом проекте очень важная фишка есть. Через подземный переход сразу вы попадете в пляже, дорогие друзья. Вам не надо через дорогу попасть. Именно подземный переход есть. Оттуда вы попадете в пляж, Средиземное море, дорогие друзья. В самом деле это не шутка. Вот это солнце, вот это море, это наш врач, друзья. Вам нужно просто один раз приезжать, поверьте мне, больше не хотите потом возвращаться домой, потому что здесь это как болезнь. Почему, не знаю, вот очень много людей приезжают, изначально думают, что это мусульманская страна, это там все строго, и там что-то не то, надо выбрать Испанию, надо выбрать Италию, Болгарию, Таиланд. Здравствуйте, это неправда. Турция – это демократическая страна, Турция – это современная страна, дорогие друзья, поэтому много людей как-то сюда приезжают и меняют свои жизни и мнения, потому что действительно это уникальная страна и уникальный город, особенно зима, здесь снег нету, мороз нету, дорогие друзья, ой, мороз, 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 такой песни есть, да? Ой, мороз, 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 здесь такой песни даже не надо петь, здесь действительно хорошая погода, хорошая жизнь, ты оттуда, 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 я специально отсюда иду, да, вот такой. Здесь просто зима, вот такая погода, тепло, хорошо, нет, нету, ничего нету, просто нам нужно один раз дарить себе вот это классно, это очень коротко. Как мы думаем, такой длинной жизни на самом деле нету. Посмотрите, вот это жизнь, вот это мир, что творится. Творится или как правильно сказать? Творится. Происходит. Что происходит сейчас в мире. Поэтому хватит уже в банке положить деньги, хватит уже под подушки положить деньги. Это никто не носит с собой другой жизни. Поэтому живите, наслаждайтесь и для себя дарите вот это жизни. И турецкой жизни, именно зарубежный недвижимость, это как-то зарубежный недвижимость, можно турецкий недвижимость выбрать, друзья. Так что давайте теперь поднимаемся, посмотрим наши предложения. Сад очень красивый, там еще для барбекю тоже место есть, можешь там тоже показывать. Здесь тоже красивый, хороший сад, вот такой. Классно, просто классно. Много-много зелень. Территория очень большой, в самом деле, друзья. Итак, хорошо. Итак, вот такой огромный сад. И вот такой, это там есть подземный переход на пляже. Потому что здесь между пляжем и комплекс есть дорогу. Это первая линия, район Махмутлар. Давайте теперь поднимаемся.
Вот такой кыш güneşi, друзья. Кыш güneşi это действительно очень хороший güneş. Güneş это солнце, еще раз напоминаю, друзья. Вам нужно просто немножко еще по-турецки знать, если вы собираетесь сюда приезжать. Вот такая квартира, место расположения на первой линии, вид на Средиземное море. Классно, вид. И внизу есть еще парковочное место, друзья. Вот такой огромный балкон. Вы можете этот балкон даже засветлить. Так что огромный угловый, вот такой угловый балкон, дорогие друзья. Так что давайте внутрь заходим, посмотрим подробности. Огромный такой большой окно, огромный. Как-то вы утром встаете, вот у вас такой вид, вид на Средиземное море, друзья. Вот красивее, большой огромный зал. Вместе с кухней огромный зал. Вот такой покажи. Можно дальше, дальше, дальше. Иди, 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 иди. Чтобы видно была площадь. Огромный площадь. В каждой комнате есть кондиционер. Сзади кондиционер есть. Покажи, пожалуйста, сзади. У тебя сзади. Так что кондиционер есть. Такой красивый, хороший. Огромный диван, телевизор. Как видит она, так продаются, друзья. Вот это балконный мебель. И здесь кухня мрамор. У нас мрамор абсолютно нормально использовать. У вас как? Это дорого считается? Дорого считается, да. Дорого, да? Вот у нас мрамор, булочек макинеси. И здесь вот такой. Очень много вещей есть. Вот эта вытяжка. И отсюда тоже вид красивый. Особенно для женщины. Вот как-то здесь картошка, парточка. Почистите, посуду моете, посмотрите Средиземное море. И наслаждайтесь, друзья. Действительно красивый, очень. Красивенно. Кому интересно, первая линия, кому интересно, сразу вид на море. Очень интересно, холодильник тоже есть. И здесь есть еще микроволновка. Как по-русски? Микроволновка. Микроволновка. Микроволновка, да? Угу. Да. Вот видишь, я тоже по-русски еще до сих пор никак не могу выучить. И очень большой интернет тоже есть. Здесь Wi-Fi. И это прихожая. Вот здесь сразу с левой стороны кладовка. Вот такой большой шкаф тоже есть. Кладовка. 120 квадратный метр на четвертом этаже. Район Махмутлар, друзья. Огромный площадь. Вид на Средиземное море. И еще один здесь спальная комната. Достаточно большой. Если вам не нравится мебель, можете эту мебель поменять. Мебель это не главный. Самый главный место расположения. Место расположения. Еще раз. Место расположения, друзья. Очень хорошо. Место расположения. Первая линия. Вы всегда не можете найти. Первая линия. Вид на Средиземное море. Еще в Алане проблема, что практически на первой линии пустой земельный участок не осталось. Поэтому первая линия как-то найдете, поверьте мне, через 2-3 года совсем другая. Цена будет 2-3 раза дороже будет. Здесь еще кондиционер есть. Давай ко мне. И пол все мрамор. Вот это все мрамор, пол. Так что вот это все мрамор. Здесь общий санузел есть. Можно? Общий санузел. Вот здесь туалет, общий санузел. И здесь теперь мы попадем в огромный еще санузел. Такая большой, да? Очень большой, правда? Большой, огромный санузел. И здесь есть тоже мрамор. Вот, посмотри, здесь твой любимый бойлер есть. Вот. Вот, вот теперь это бойлер, да? Да, теперь это бойлер, слава богу. Никак не могу учить. Огромный мрамор. Вот это мрамор огромный. И здесь душевая кабин очень длинный. Так что лай ла лай лай бен гюнеш сенай аннемде севиньор. Ха-ха-ха-ха, герчек бир пиренс дизлеримде уйор. Вот такой турецкий песни. И здесь отдельный кровать, достаточно большой. Итак, здесь еще один балкон есть. Еще здесь огромный такой шкаф, друзья, телевизор тоже есть. Мебель немножко старый. Правда, немножко старее, ничего не страшного. Хотите менять, можете менять. Это зависит от вас. Мебель так люкс-мюкс, ничего не могу сказать. Мебель старый. Так что я именно хотел вам показывать не мебель, место расположения, первая линия. Потому что у нас для разных кошелек недвижимость есть. Ультра мы вам показывали, центр Алания, теперь Махмутлары. Можно дальше идем.
еще централа не показывали. Теперь Махмутлары просто это говорит о том, что у нас компания Арбатомс для разных кошелек недвижимость есть, друзья. Если вы хотите еще другие альтернативы тоже посмотреть, arbatoms.ru, 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 заходите на нашем сайте, увидите для разных кошелек турецкий недвижимость есть, друзья. Так что вот такая квартира, друзья, конечно, еще интересная. То есть сцена. Сцена. Это тоже важно. Правда, друзья? Сцена очень важна. Сцена какая сцена? Вы знаете? Сказать или не сказать? А? Сказать. Сказать? Конечно. 100. Догадывай. 15. Здравствуйте. 20. Красота дешево не бывает. 128 тысяч евро, друзья. 128 тысяч евро. Вот это красота на первой линии, на четвертом этаже вид на Средиземное море, вид на гору, вид на крепость, Аланский крепость. Очень хорошо место. От меня вам показывать, предлагать от вас покупать. Так что всем удачи, берегите себя. Я вас очень люблю, уважаю. Если из Турции какой-то помощь нужна будет, не забудьте, у вас здесь есть свой человек, ваш человек в Турции. Асым его зовут. Всем пока-пока. Под видео есть мои контакты. Пишите, звоните. Пока.